выходит. Да, посередине выходит только. Да если я могу ему дальнего просто гриппать в него, главное, чтобы он не трахнул. Да, гриппа, я этому косты что-то сбиваю, короче. Ну смотри, вы же понимаете, если я буду плавить в мелизону, короче, ну, типа, я буду вести, да, просто задумайтесь, я веду меликов в мелизону, они же не будут бежать к вам, блядь, спиной или бочиной, они будут бежать и перед собой ебашить ливом, нахуй, ну, типа, ну, вам это надо? Я предлагаю здесь сделать немножко по-другому, поставить РДД-зону на центр в линейку, почти то же самое, что на ревре было. Вы босса будете, если у нас трэш вышел слева, вы босса двигаете в левую сторону, РДД на центр, и милики, соответственно, идут там и кливают, помогают тем, кто фул на трэш сидит. Поставить метку сюда, ну, по центру, просто в линеечку стать, РДД придется стоять, считать в одном месте, они будут просто разворачиваться. Если босс трэш слева вышел, РДД влево развернулись, трэш справа вышел, РДД вправо развернулись. Так у нас просто сейчас куча мала, мы по кругу бегаем, там что-то с трэшем происходит непонятное. Я во всяком случае не знаю, объяснил я понятно, непонятно, я вижу это так. Давай, рыбу ставлю. Пау, Чеславный. Да, сейчас уже поле будем. Ну, поспола. Мы пулим или нет, что-то будем делать? Я не слышу, просто я... Да, пулим, извини. Всё. Что-то поменяли это, что-то кардинально? Да, нет. Это старый. Это место станет вашей могилой! Ну, я попробовал под босса подводить. Со стороны просто какой ведут, дальше немного и меликер. Ну, отходит с той стороны. Давай попробуем один трай. Плюс духи будут автоматически идти в одну точку. Просто, блядь, нужно человеку среагировать. Зато будет сразу видно, кто не реагирует. Контроль скоро будет. Ваксар, Чеславность, Рянти по контролю. Там будет. Его вообще. Милики, контроль через 9. Контроль, убежали. Прими это благословение и покажи не в сил. Дексиона, Декс, главное, за контрольте. Что там у вас? Положила? А, два хапала. Сационный контроль, все, а все нет. А при чем здесь хил, если лишки душу подохнут? Я шоками их заебашил. Он дает Т4 и шоки, раз, два, три, и все. Под крыльями. А вот теперь такой вопросик, Саня. Ты бабу отдавал? Да, у меня 3 минуты КД. Поэтому он под крыльями, сказал, его не подкрыли. Вот хапала, поэтому обязательно тоже контролить. Я поэтому и говорю, блять, хапала. У меня халпа, когда его ведут в контроль, я ему пытаюсь эфир засунуть, у него этот фридом висит на нем. Ну я цели, которые закидывал, ее уже скинули, я дексу закидывал. И вот сейчас же опять, блядь, был бы я в контроле, у меня сейчас зеленка в контроле под кдшилась бы, блядь. Так а давай зеленку перед контролем. По таймеру. Она в КД, она в КДшится. Вот видишь, она иногда через 2-3 трая бывает прям в КД. Ну, понятно, что такое бывает. В любом случае у тебя просто было, что на одном трае 2 раза подряд, блядь. Такого вообще не может быть. Попробуй перед еще началом трая скинуть это еще свои, как я вот вилки скидываю перед началом трая еще. Ушел, Саня, что тут? Не, это я пошел. Я тут, меня попросили. Понял.
Все нормально. Более-менее, блядь, давайте. Да нихуя не нормально. Кстати, слева было очень много мобов. Короче, давайте сейчас трай еще делаем, и надо посмотреть. Если там бросаются точечно одни и те же метки, вот сделаем, как я предлагал Слава. Так они одни и те же, треугольник, квадрат, луна, я сразу говорил. Это на контрольных людей ты имеешь в виду? Да, да. И вот. Значит, просто каждому человеку пометка. Потому что это пиздец. Если типа условные друиды. Я сразу говорю, я не вижу этих меток. Мне удобнее через Вуду смотреть. Вот и все. Так они над головой у людей. Так в Вуду тоже подсвечиваются метки. У меня метки не подсвечиваются в Вуду. Меня просто. Я себе вообще макрос по моусоверу сделал, я даже спиной нахуй этот вихрь вешаю, стою, блядь, похуй просто на Вуду тыкаю, блядь, по моусоверу макрос, вихрь, хуяк там, кто бы там ни был, законтролится вихрь, все, обновил и пиздец. Ну потому что, вот, это пиздец контрольный, прям лютый. Совы должны стоять не там за леди, а здесь вот, блядь, вот здесь вот, центрально вот это вот, вот тут вот. Ну совы сейчас постоят. Мы сейчас и стояли в центре. Ну вот и всех контролит. Ну, то есть так и было. Квадрат, треугольник, луна. Три метки. Каждый по метке возьмите, блядь, или что? Или хуй, похуй, да? Или сказать, кто какие метки будет. Ну давай, Кусяо, все квадраты. Тщеславность, все треугольники. У меня нету отображения вообще никакого. У меня нет ни хилбота, ни уда, ничего нету. Над головой поставь метку на человека. Такая метка у тебя есть? Да, есть. Ну. На человеке над головой, вон, видишь, где там треугольник поставили. Есть такие? Где вот. Есть. Вот такие и будут вешаться. Треугольник, квадрат и луна. Ну, изморский луна. Кусяо квадрат, тщеславность треугольники и изморские луны. Ну, это делается для того, чтобы у одного человека два вихря не кастовали, потому что в это время другой кто-то захуярит весь рейд. Ну, потому что если мы не будем сейчас вот это что-то менять, назначать, мы будем падать. Потому что, выходя на вторую фазу, должны быть 100% контроль. Только если уже выходит свой контроль, тогда уже, типа, кто-то другой контроль, тирами и так далее. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Закончили. Ну, луну, значит, Локи магии контролят. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не в силах. Где, блядь, мне эту луну искать? Ну, вот она на мне повешалась. Вот. Покалывал в этом поле. Чё раз. Прохила покола. Падайте. Там обои здесь, там обои джанг, кто-то из вас здесь. Так, ладно, надо дальше посмотреть, сколько там шмот, 46 минут, чтобы не проебаться, давай. Идем, изморский сейчас. Идет. Ну, короче, типа это, не в обиду кому-то там еще что-то. Если у вас нету каких-то там, короче, дополнительных аддонов, что вы не видите, это лично ваша проблема. Аддон вы можете поставить, увидеть меткой можно. Ну, если мы вот это будем, короче, вот так относиться к каждому игроку, типа, ну, блядь, у него нету, ну, похуй. Он не ставит патч, ну, похуй. То мы, блядь, на этой леди и умрем, короче. Но ее не рванут потом тысяч, миллионов до 50, потом уже можно будет, 5 тел упадет, духи по 10 тысяч будут взрываться, нахуй. Можно будет 3 духа сразу взрывать, ебать, под прожимкой, нахуй. Убьем, ебать, ничего, нахуй, через полгодика понервь. Ну, типа, вот, не то, что, типа, там какой-то прям лютый сарказм от Славы, типа, и кого-то поморали, просто вот, вы каждый не хотите, типа, короче, помочь рейду.
Я не буду ставить панч, у меня того нету, я не вижу. Типа, есть определенный рейд, есть у рейда задача, у каждого игрока определенная задача. Не зря, честно, Саша говорит, блядь, мне надо, чтобы вы делали это и это, короче. Мне, от тебя мне не нужен ДПС, от тебя мне нужно это, от тебя мне нужно то. И если, блядь, каждый игрок не будет что-то исполнять, все, ну, типа, можно просто развернуться, ебаться головой стену и пойти нахуй отсюда. Я не понимаю, в чем сложность вот это все предпринять. Дополнительный аддон, чтобы видеть рейд и видеть метки условно, и видеть, что с трейдом происходит. И поставить ебаный патч. Это минимум, что надо на эту леди. Ну, смотря, Андрей, я тебе так скажу, Андрей. Я духу вижу, я патч не стал, я духу вижу. Мне он не нужен. Потом пообсуждаем это. Джанк и мобой, кто-то из вас здесь? Раз, два, никого из них нет. Бенни Бенасти, давай ты тогда. Теперь. Минута есть? Есть. Минута. Так что здесь, Саня? Они писали, что они уйдут. Есть, есть, один минут. Сейчас я подойду. Тебе там шмот все равно не нужен. Марухичку Сяо, Декс, Бонд, ладно, этим мод не нужен. Паны, Минипэш. Сэнджик 10 раз, 2, 3, кидай в мен. Где-то плачет пандава моя. Бен, попробуй построить, чтобы у тебя... Хотя, блядь, как там построишь? Кажется, когда исправится ситуация. А что у него? Что у него? Ну, укидывает с интернетом проблемы. Из-за погоды. Погода плохая. Вчера я поржал, как у типа из-за формы мишки, блядь, выкидывал. Нахуй охуеть. Да это, как его зовут? Блядь? Протопошер. Не-не, как Кирилл и Полро называют постоянно. Ну, это, Кана? Да, Кана, да. Ну, давай, короче, я Луну буду контролить, постараюсь, если это возможно будет. Меня подстраховывает пилок. Ну, учитывая, что у меня половина шаров улетает в невосприимчивость, если это сопрок. Ну я прокидываю, когда я рядом где-то. Ну, типа, я не знаю, у меня чувствует этот дом такой, знаешь, на фреймы, типа полосочки такие. Если типа нет таких, может у вас такие фреймы. Жайте кнопку. Ладно. Скиби, дихава, хи, сама свой используйте, а пока упесвалность. Так, ладно, им кольцо это точно не надо, поэтому давай кольцо по ИПшкам. Поставь рыбку, пока будем кушать, ИПшкам. Так они не придут сейчас. По Бенни Бенасти. Его не было. Бенасти не может ебашить. Ну, словок 10 раз. Он может ебашить. Он был. В смысле, он был на ребре? Был. Все, тогда же сорян. Пока. На. Ебать, жесткая битва, нахуй. О, там, Андрюх, ЕП много. Это бисовое кольцо на мутик. Ладно, пускай берет. Просто бисовое, пускай берет. Если хочешь играть через плащ, то оно бисло. Ну, есть несколько вариантов развития. Я души, ты больше, ну, типа... Давай, раз, два, три, кидай мне. Дайте мне. Саша иногда просит, ты, блядь, все равно как-то, ну, дерево не исполняешь. Так. И... Поехали. О, Джанк вернулся. Пипилок 3К. Раз. Два. Три. Кидай обмен. Ну так вливай туда. Сейчас начислю за это. Короче, я тебя начислю за ребро потом отдельно. Не парься. Можешь идти уже.
Все, готовность на поезд. Что здесь поставлю рыбу, бля. Числа у нас и ловит, пишешь. Че, нашел какой чат написать? Сейчас, заходи давай, будем. На крайняк я сейчас зайду на этого, на декашника, Андрюха, в сову прыгну. В смысле медленный режим, нахуй? Че за хуйня? Я ебу, блядь. Ну я там написал, вспоминает былые деньги на циркуле, нахуй. Сенджикс локал. Закинь, закинь. По церкви, типа тех, кто реально циркуле, все медленные. На боссе сиди, Бенни Бинас. Триксы выкидывай в Будравена. Или в Дексиону. Уже. Контроль через 9 секунд. Кто-то в мою луну закинул контроль. У меня скибить еще на уровне. Контроль через 6 секунд. Велик, не забывайте, что мобы клеивают. Если даже Санджикс подводит моба, смотрите, что у вас не ёбнуло. Да, он сейчас странно как-то ударил. Я новый не вижу, где этого надо. Где спал? Какой-то этот буждающий дух залетел по уме аккуратно. Вот. Катя пока подвёл, пошли обратно. Прошу 3 секунды, я новый выходит. Слева помоги, чё? Там два лишних моба, что ладошь? Нет, помогу. Контроли. Определённо, меня за контроль не могу. Рисователя кто-то убил. Ничего, Юрий тоже. Дай БР вот. Почему? Чмэгия. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Контроль через 5 секунд. Вот теперь чмыга определенно. Луну кто-нибудь поконтрольте. Чмыгу диспо. Подскибиди кусяло имя. Следующий не будет, надо переводить. Поможете трэш убить. Не переведите босса. Можете сразу начать все по трэшу сыграть. Что перевести? Контроль приготовились. Давайте. Я у нас упал 9 секунд, когда я не успел. Ну, так все, надо поднять. Хала контроль. Андрюха, поднимешь Декса. Забери фонарик культа. Да, это саппорт. Давайте, переводите. Андрюха, давай, БР. Поднимай, ребафните Даню. Давай, Геру.
На пулы отдали. Блять, ну. Контроли скоро. Пас. Дух улеснулся. Ну вот где, блять, ищи нахуй эту. Я антиконтроля. Спирит. Дух. Спирит. Купило. Дух мили. Спирит. Дух мили. Контроль через 2 секунды, не поубивайте друг друга. Я сейчас поскольку. Оксара, ты. Почему я говорю? Спирит. Гони бинаси, блядь. Ну, че могу диспо? Спирит. Дух лестницы. Вера. Дух ми. Я в страхе. Диспельте людей, почему вы? Инер пхало надо. 45 секунд, как бы. Спирит. Дух ми. Дух ми. Два контроля в босса идут, в босса. Дьявол контроля, наверное. Я не достаю. Целателя. Блять, бокал не выйти. В босса, дух идет в босса. Бокал в подпильке. Дух мили. Мили и босса идет один. Спирит. Возле босса заспамнулся один на лестнице, один в босса. Спирит. Еще на меду заспамнились, смотрите. Ничмыга, Рянти в тебя бежит, Рянти. Блад Рэйвен и Фиро. Не восприимчивость, хорошо. Я ему от торнадо дал. Вижу. Что раздаю. Спирит. Дух рядом, трэш, дух рядом, трэш, дух рядом. Иди, хорошо. Дух не зона, дух. Сойдет. И не бежит за Вакати. Контроль через 5 секунд. На лестницу дух один. В мире идет в босса, босса. Хорошо. Ты угольничек фидаю. Вижу мисс, сопротивление, паника. Вижу. Сопротивление. Скиби, где Бэлл. Дай стан ему, блядь, я не могу там. Впереди с притерогу. Дух на лестницу. Дух в треугольнике. Спирит. Дух. Спирит. Дух в босса идет. Бенни Бенасти. Нет, не Бенни. Повезло. Поздно убежал. Все. Бон до контроля. Дух мили идет, в босс идет за танком. Достал. Один на лестницу еще один. Спирит. Дух или трэш? Дух трэш. 2 минуты еще отыграть. Посмотрим, сколько не хватает. На лестнице один совосметли. Мили идет один про босса. Спирит. Треугольник, и там, где ваш стоял, дух появился. Контроль, мастерфолд. Мастерфолд дал, дайте контроль. Спирит. Сумер в тебя, наверное. Спирит. 2 мили. Мага, да. Боксар, наверное. Возле босса духи крутятся. Спирит. Сейчас мы попробуем несколько вещей поменять. Дух страшно. Бежит. Спирит.
Ну, ваш замедлил, ваш забор заспавнился, но не вас идет. Хиста, не убейте, милики в милизоне. Фир дал похищу. Я и хекс дал. Да. Здесь полетел его потом. Двух страж. Ваш замедлил. Меня лежит. На лестнице два духа. Один в мире идет, не дошел. Квадрат, один дух. Смотрите, у кого идет. Крест. Скибиди Фире. Справа духи. Блядь. На лестнице духи. Две секунды верса. Еще сейчас выключится, еще. Нет, еще. 51%. Где-то 40 миллионов надо высрать. Ну смотри, ну, первая проблема у нас, короче, помимо людей, которые ебашат трэш, это назначенные, нас хуярил Шипе, Мах, трэш хуярил, еще кто-то. Это овер дохуя, нас трэш должны убивать 3 или 4 человека, а все остальные должны бить босса. Трэш очень много, да, кстати, играют, поддерживают. Я предлагаю вот то, что я перед прошлым полом сказал, поставить условно 4 метки прям в линейку посередине, поставить туда по пачке РДД и босса водить к адам. А помощника? Ребят, маги, вы когда станете игроков в глыбы, не в глыбы, это тормозите. На второй стадии идет в них дух, если дух у них прям ебется, потом будете их уесосить, то чтобы в них уебался дух. Вы либо сразу же диспельте эту хуйню, либо, блядь, не делайте так. Подожди, еще, Андрюха, я хуй помню, как оно пишет, я духа взорвал, но я духа ж ни одного не взорвал. А в смысле? И даже мне в конце не взорвал его. Я тут тоже не понял прикол аж. Мне так, ну, в конце меня чисто леди убило. Вот, я по поводу пятого хила, у нас же пятый хил, блядь, сидит. Надо его сейчас будет убрать. Изморский, у тебя что-то поправилось? Да, нет? Дэн. Где, блядь, моя смерть? Надо же, во-первых, блядь, до второй фазы никто не сдох, хоть раз. Мы ни одного трая не сделали, чтобы у нас до второй фазы кто-то не сдох. Постоянно кто-то сдыхает. Вы не можете сделать так, чтобы этого не было? Саня, если хочешь, Саня, я могу на замену зайти вместо. Нет, ты как раз-таки в любом случае останешься. Я думаю, либо Хау идет на замену. Изморский тут вообще? Если на второй фазе. Сейчас нормально этот, если что, было более-менее. Детали смерти. Я за припотами слетаю пока что. Так, вот что я предлагаю сделать. Босс на вторую фазу переводится, вы смотрите, где трэш появился. Ведете туда босса. Мирики туда же идут. РДД, компы, хилы стоите по меткам. Все кучники, вы будете видеть, что у вас дух летит, и будете компом двигаться. Будет меньше проблем с контролем, и люди будут меньше бегать по всей комнате от этих духов, будут пулить через босса. Просто. Все, что РДД нужно будет делать, это вот справа. Словно ушел трэш, вы вправо поиграли, убили трэш, боссы ведут налево, развернулись уже просто на том месте. Считайте, стоите, играйте по боссу. Че, Таш, я вылиму, ухожу? Или вообще пойдем посидеть? Подожди, нет. Не остаться здесь. Давай попробуем. Бля, ну Слава, конечно, такое делает. Хау, давай попробуй пожить, короче. Слава, попробуй в этого ТП-шника пробить. Короче, я извиняюсь, но я проебался. Что мне надо делать в данный момент? Ты все то же самое делаешь. Собственно. Единственное, что будут босс к тебе подводить. Сейчас было неплохо, очень неплохо. Ну, более чем. Так, Саня, ты хп-ом останешься, если что.
И по анонсу будет чуть попроще. Мидия, ох, мы будем просто медиа заносить. РДД вообще можно не анонсить. А зайдет Хапао, и Азерона зайдет, по-моему. Иди отдохни. Троху. Надолго не уходи. Да нам бы сюда РДРУ, а не Хапао, нахуй. Ну а где я тебе выскрою РДРУ? Ну хвалю приста. Пробуем со Славой в ШПшнике. Слава ДПСит заебато сейчас. ДПС больше станет. А ты хочешь в них больше? Попробуем. Я иконку поцелую, погоди, я поцелую. Без ДС этот босс неубиваемый, кстати. А можете меня сумануть, пожалуйста? Если духов не ловить, то может, в принципе. Мы сейчас почти не ловили духов. Ну да, 4. У меня эти забагались, поставьте в левый верхний угол звездочку. Просто это метки, чтобы ориентироваться. Так, ну так что, Славу оставляем тогда в ДЦ Зерону на мага, прошу, чтобы заходил, или как? Ебай. Ну я, блядь, не знаю. Да, все, кайф. Ну разок-то так, надо, блядь, посмотреть, как без ДЦ будет. Так, бля, так-то этот Зероне 2 КД тоже не вариант принимать. Сейчас он скажет, как обычно, да мне похуй. Не, ну если ему похуй, то заходи. Давайте, когда будет народ весовой, тогда, блядь, попробуем в ДЦ, ШП. Не надо туда ходить. Заходи, Азерон. Ну давай, ладно. Если Азерон еще не зашел, заходи на мага, Слава, давай обратно в ДЦшник. Ты в ДЦ прям очень много делаешь, ну и дамажишь, конечно. Что, как там в ШП нахуй это ебанит, фра? А, Зерона уже на Хапала зашел. Блять. Ну не сумоньте его пока что, если о чем зашел, зашел. Кипни его. Ну. Не помню ли у моего ДЦшника проходка есть. Была бы у моего, я бы на своего бы зашел бы. А где Пуси Гуси? Вот и Пуси Гуси зашел в мир. Вот берите его ДЦ, бля, Славу ШП, и все, и погнали. Давай своими силами. Либо на крайний случай я могу вместо шмана за ДЦ зайти. Пусть пока Азерон отдохнет, да тоже, ну, давай, бля, своих игроков это обучать, нахуй. Азерон и так наученный. Я пусть гуси свакать будет, я уверен. Азерона не будет. Я просто не знаю, что он за игрок. Я не знаю, тут что обучать. Ставь скат, короче, Азерон с моим дочкой, а пока так. Давай. Так что, в ШП или в ДЦ? ТП уже пройдет. Ебать, только ману отпил. Рыба стоит. Поставь кап станет. Я на следующий КД своему ДЦшнику проходку сделаю. Сюда давай вообще самое в одного Эршама в два Хапала, бля. Хм. Ну, конечно. Два Хапала стоит. И Зеро на обмен, я сюда паску. Если надо масло, тоже скажу. Ставьте еще Дюкса. А, Женя в Акате. Ты уезжаешь уже? Ну, Саш, значит, иди на танка, и пуси-гуси по-любому берем. Завтра у леди уже 15 минут берсер будет. Нет, я перепутал. А, Джайн. Да, я же говорю. Заебали батить. Увидел леди, все, мозг отключился. Я бы... Женя, заходи на этого, на танка. И еще я предлагаю все-таки Геру сдавать с пола. Мне слушайте писал, пока мы вторую фазу плюс-минус уже бегаем нормально, на второй фазе особо не по ДПСить, ну, учитывая, что рейд бегает постоянно. На первой фазе хотя бы вот людям, не знаю, на 7 минут выйдет перевести босса. Так мы там еще 6.30 переводили обычно. Так, пуси-гуси, следишь за духами обязательно. Обязательно. Босс! Появляется первый момент. Второй момент. Диспелишь, когда сказали.
Третий момент. Я ему дал удар, он сейчас пару людей доберет. Потом заберу. Олды же могут добирать людей? А, я понял тебя. Сейчас тогда сделаем по-другому. Так. Сейчас, Жень, Риантис. Где Риантис? Сум тоже. Завтра, кстати, что у нас по расписанию? Не знаю. Дача. Завтра? Добиваем с 50%. Может быть, леди, да. Угу. Ранчи, поднимай, принимай сум. А когда точно узнаем? Сегодня? Ранчи. Он что-то писал? У нас какой-то половина ауру ногу держит. Пойми, Ярослав. Не когда ты умер, а когда ты можешь выжить от взрыва, понимаешь? Так я не пойму, но... где его ловил, вот в чем прикол. Я его нигде не ловил. Ну, блядь, это же не мои проблемы понять, где ты его словил. У Войда видосы пересмотришь и посмотришь, что это происходит. Так, ладно, я там это, потом на второй фазе, что там делаю я? Хуеваюсь. Танчи босса вместе с Сэндерсом. Женя, ты хилить начнешь сегодня или нет? Или будешь там где-то, блядь, в конце этого листа сидеть? Какого в конце листа сидеть? Ну, по миллиону хилить. Я вообще на танке сижу, что ты, блядь, не доебался сейчас? Я не доебался, тебе говорю, как есть, нахуй. Типа рейд поднимать надо. Ты скажи, как пить лучше, да нахуй как есть. Масло, Кусяво, Локсар, Рианчи. Ладно, потом, давай. Кусяво, Локсар, Рианчи, Дексион обязательно масло намажет. Тиславность тут? Кулак пороги. Как всегда. Кулак дайте пороги, да. У тебя какой-то сломан, ну, ты бор, что там у тебя. Давай попробуем Геру дать спор. Женя, не болтуй, пожалуйста. Давайте. Кулак пороги. И кулак пороги закинь. Хоть бы трэш бы вышел, да дали бы, блядь. Да все равно часть Геры сольется. Пусть бьет босс не стоит. Контроль через 7 секунд. Так же, как назначены были люди контролем. Я Войда. Дайте, пожалуйста, друид баф. Дайте, пожалуйста, приста баф. Друид баф снимает сам по себе. ДБМ. Чего по ДБМ? ДБМ снимает друид баф. А-а-а. Трэш. Контроль будет скоро приготовить. Милики чуть отбежали. И покажи чужакам мощь нашего господина и не в силу. А пока вы не убьете. База и чмыгу за контроль. Трэш справа, надо помочь. Там на двоих щит висит. Кастера. Контроль через 3 секунды. Минус 3. Титан не сбил никто. Не сбил. Так. Мне диспелят страшно, я сколько сыр. Слава, ты также продолжаешь диспелить там, где ты назначен. Этот, дай Кусяво БР по мне, по чмыге Андрюха, трусователю. Справа надо много больше записать. Захлебывается.
Помогите справа, трэш. Посылайте на друг. Была за контролем. Я сдавал уже бар. Посылайте. Помогите трэш забить и будем босс переводить. Да, ты вас штопнешь, там что-то видел. Ну, справа никто не диспелит, блин. Все плохо. Вот, так же справа остаешься, не диспелит. Переводите. Плохо. Прям капец плохо. Подводите борцу к левой части. Сейчас вот за контроль типа хекс на него не работает. Я думаю, можно даже времени терять. Ну, да, не трай. Да. Мы просто зря побегаем сейчас. Ну, хорошо, босс. Ты уже направо вы двигаетесь. Как только убили трэш с одной стороны. Подойдите босса. Все духа словите. Сейчас не будет дух защиты. Давай, давай, давай. Все. Подведите, подведите. Я лучше отрафил. Я вспомнил, что умер, блядь, до команды умер. Это значит, а Санёк просто славил дух, а сейчас так сказал. Я залагал сейчас. Маша, я ждайте. Есть чего из духа? Духа. У меня не духа сдох, там духа не было еще. Ничего не знаю. Я его долгал, он уже умер. Типа, он говорит, что долгал, он уже умер. Ну, Мерсани, Мерсани еще. Продлил Мерсани. Я не пытаюсь кому-то там минусы, мне похуй вообще. На грудь, типа, если, чтобы не его отпротять, то просто Мерсани. Трусователь, короче, это умер, я не знаю, два раза. Типа, ну, после БР умер, как умер, не знаю. А покало моб, наверное, секунд 15 бил. Меня. Он один раз умер, он не вставал же. Ну, я в него БР дал, у меня БР КД. Ты в меня, Андрюха, дал КД, почему его? А, да? Ты в меня дал КД. БР. Два с числа у нас, заходите. Ну, значит, я заебланил. Бля, сейчас справа вообще было тяжело, по-моему. Я даже ни разу в леди не свичнулся. Трусовать замер. Он же вроде справа. Хуй, вот что так произошло у нас. У нас просто два ебанутых ноба было, блядь, которые мы полчаса пинали. Вот из-за этого, вот я не знаю. Я в контроле был, потом, поэтому сдох. Зерона тут? Зерона. Да, мне интересно, ну, как они бьются. Они бьют паком или два пака бьют. Хорошо. Рянти, заходи. А есть у кого макро, чтобы закастовать спел и потом же отменить его? Пишешь макро с этот каст и тут же пишешь cancel aura и этот же каст. А что, у меня с английским знаешь, как ты херлат. Значит, не судьба. Начнем с того, какой каст. Ладно, давайте. Сдерживание. Вилки. Кулак дайте порогом. А вилки зачем тебе выключать? Вилки не надо выключать. Ехаешь с этими вещами. А сливать их не надо вот перед этим. Потом я 5 секунд просто дурачком стою и ничего не делаю. Потом надо снимать самому, да. Прянти, мистер Бонд. И да, защиту от тьмы не бафайте, важно проще. Ранти готов? МП5. Да забей на это МП5. Геру дадим все-таки на второй фазе, по факту ничего не поменялось абсолютно. Перевели босса на минуту раньше. Не, я по времени посмотрел, лучше я полую то же самое. Ну, если бы вы не зафакапили с трэшем, мы бы перевели на 7.45, где-то так.
Контроль через 4 секунды. Прочит 7 секунд не летит. Ты не в сил, противиться моей воле! Эльбаба он ушлю. Я тебе хек закинул, надеюсь, он мне нужна добавля. Нажмёт. Он походит на секунду. Уже не сил, поэтому Лимера нам не нужен. Там у нас там слева мобов много, нужно будет потом помощь. Выбежали службы. Контроль через 2 секунды. Сначала повторяйте, не могу его законтролить. Его страхов, когда все нормально. Неважно, ты без трафола можешь помопить, но... Мы сейчас слева задохнемся, на станы мобу никто не дает. Второй раз уже. Папа, давайте поможем чуть-чуть слева. Хорошо, мистер Бонду, БР, у кого там свободные тщеславности, дай БР быстрее. Ну? Ну, я искал, где он. Ты не в сил. Меня законтрольте и пить. Почему? Ну, нормально, у меня глыбы нажал. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Мой верный. Так, переводите потихоньку босса. Исполчу. Доигрываем. Может, 10 секунд перевести миллион. 8. Выбежали с тужи, Масей. Ну что вы в этой ужас? Еще перевели. Яр, дай, Маркович. Подводите к мобам. Контроль скоро будет. Мобы идут. Вы замели зоны. Лестница идут. Усяло ЗК по контрольте. Фир дай. Тщеславность контрольте. Возле печеньки двух, смотрите. Лестница. Лера сзади. Снимите эфир. Уже на другую сторону есть. Подуха свалил. Ну. Тщеславность. Неплохо. Дух возле тщеславности, кусяла точнее. Один идет в сацуны. Фолоку. Дух. Мизя. Идет в... Дух пати травишь. Сдец. Аличи. И вот два человека, которые сдохли. От чего вы сдохли? Лексиона и Чмыга. Вообще... Я стоял в контроле. Ну, после контроля я остался во льду. Она кинула лужу под меня. Без меня еще не диспейли. И пока я выпрыгнул, уже было поздно. Диспейл сдерживание. Короче, во льду я стоял, и я не мог двигаться. Давайте, падайте. Блять, вы можете, чтобы хоть кто-то не сдох, блять, до второй фазы? Ну, блять, ебано, не хватает. На первой фазе... На первой фазе просьба стрелу ледяную не закидывайте в эту, в трэш. Слева. После контроля диспельте людей, которые были в контроле. Войт, Свала тоже помогает, что это дело делать. Я и Дикурси тоже все помогаю. Контролить, избивать косты, блин.
Да, было бы заебись, если бы ретрики еще это делали тоже. То, находишься иногда с одной стороны, а люди с, ну, блядь, с другой стороны. Я же тебе сказал, какая основная твоя сторона. С другой стороны пусть этим Рианти занимается. Твоя правая сторона, Рианти левая. Рианти пусть занимается с левой стороны, ты правым. Да не, я про людей, ты говоришь дисплеить, помогать. С контроля, типа, ну, кто выше. Правая сторона твоя, вот встань здесь по центру, и твоя правая сторона, Рианти левая, чё? Топал он там и так работает до хера. А ретрик у нас один всего, если что. Кто да, там все нормально диспелится, просто иногда на человеке там по 4 дебаф и... Я дух словил. Ну, кстати, так побольше урона через центр. Давай попробуем так же. Главное дожить всем до второй фазы и духов не увидеть на второй фазе. Ну, прошу, край фазы просто почему. По духам вообще нормально все сделали. Давайте. Собрались. Вадим Марухич, если на тебя, короче, кидается контроль, перед тем, как кинуться контроль, нажми Ерлс. Следи за этим. Потому что это единственный команд будет. Все равно бессмысленно. Ранчи. Да тут, наверное, на самом деле похуй, если он его вначале возьмет. Не, ну типа просто позже ердозим. Тут же бой здесь. Не, наш. И не откатится ему. Откатится 100%. Ну тогда давай, ладно. Типа первая фаза, ну 7 минут, там он на последних 2 минутах отдаст. Класс. Ну, блядь, ну что ж вы стоите? Это и вонючая лужа, блядь. Ну вот я ж не знаю. Ну, у Аза прилетела стрела и 2 тика. Там нереально выбежать, если ты в центре находишься. Надо, чтобы 1 тик был, а не 2. Там, если ты в центре находишься, ты за 1 тик не выбежишь. Хуй нам сидеть, давайте палать, у нас минус 2, блядь. Или БР давайте. У меня БР есть, кому давать? И у Фолога есть. Давай базу, Андрей, отнеси, да. Контроль через 4 секунды. Я освобождаю тебя, ты не в сил. Дайте фер какой-то, хорошо. Ну, эфир, пожалуйста. Помогите слева трэш бить, и чтобы Андрей дал БР. Отлично. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Выбежали. Ахиссу ребафните, отлично. Контроль через 4 секунды, медики, аккуратно. Присылать я антиконтроля. Потом... Полок забери. Сэнджик сдох как-то. Нет, ну. Ну, это не спалят. Мы тут в 3 мили пробьем. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Ты можешь, когда сказали диспелить, сразу тебе только справа надо диспелить по мобам. Хоп, мог диспелить. Да, мы или нет? Да, давай, время не будем тратить. Там сдох, Бера нет. Бессмысленно. Не стойте кучно еще. Первый файлинг. Сбегитесь все, он лузу во всех кинет. Ладно, Слава, слышишь? Угу.
Подиспелли мобов слева, я справа сам мобов подиспелли, а людей по возможности. Справа, короче, я этого моба задиспелли. Вчера крадом. А ты когда забираешь, у тебя урон увеличивается? Я не заметил, если честно. По-моему, нет. Там сами не на одного, там бросают, там на пару. У меня на одного кидается, у меня там один моб. Поэтому я заберу. А у Славы будет на двух, ну или на трех, поэтому бы Слава лучше там сделать. Ну и так почти справа, как по факту я единственный, кто рассеивал. Четыре штуки у меня. И гуси-гуси. Четыре пачки я все и заварял. Можно с подопряску? Гламур? Не знаю. Гламур, ты можешь играть? Привет, ребят, я на работе, у меня лагает страшно. Я ж писал. Ну понятно, я поэтому спросил, можешь мне поэтому принципе. Я могу, но я могу залагать и всех это ебануть. Нет, тут такое не прокачивается. Да. Ты, блядь, одна ошибка, и это минус все могут быть. По той тактике, которую мы бьем. Слушайте, Саша, Андрей, а чем мы не бьем, как на X2, где нам убивали в кругу? Она здесь не работает? Ничего, что у нас ДПС-а не хватает, и так чуть-чуть. А если не бить так, как мы сейчас бьем, убивали в кругу. Ну ты помнишь, да, как мы били в кругу там? Ну конечно, ДПС-а не хватит. Кулак по рогам. Кулака вообще ни у кого нету. Бля, ну... Раскидывайте вон во время боя. Вот он. Ну, что-то Big Brother скачал, он вдруг не работает. Уже, смотрите, сразу. Там контроль через 7 секунд. Ты не в силах противиться моей воле. О, ребят, законтрольте, пожалуйста. А не надо. Не контрольте никто, вообще сова босса ебашит, ей похуй. Пала с контролем, если что. Кусял, наверное, не знаю. Не, я вышел с тела сразу. Ну типа посмотри, кого я контролил, а потом ключище возникает. Какая была метка, если луна, то я завис. Че, падает? Падаем. Да? Какая разница, если ты был завис? Другой что, эфир никто не может дать? Просто две совы назначены на метки. Это можно сказать два круга, блядь, ебанул нахуй. От этого паладина. Вы осознали бессмысленность своих... Поебать, голову включить, нажать Акисовка, что-нибудь. Акисовка, наверное, Акисов, да, это был я. Можно мне дать. А шнурки, дело говорите, короче, здесь назначены люди, окей, типа. Но если какая-то ситуация, типа, ну, исходите из ситуации, видите, что, блядь, человек бежит. Или вы не видите, что через весь рейд бежит с контролирующим человеком. Я не понимаю. Вы пиздец. Просто. Типа то же самое, блять, Лока, ну, в контроле выбирает. Я типа делаю интерцепт ему на 3 секунды, чтобы ничего не скасть, у вас было, блядь, IQ, там, не знаю, его в циклон кинуть, блядь, пока вы додумаетесь. Или там фернуть, блядь. Короче, пиздумал. Если то хуй убьете, вы хуй убьете, когда оно. Если что. Когда вы на второй фазе теряетесь, блядь, вообще депаса нету. Там подсказка. Старфанга бить в одну цель можем, нахуй, а тут нихуя не можем, блядь. Старфов отменять, применять не можем, блядь. Подсказку могу дать, там ставьте вуду, там секунду, за секунду до контроля, пока люди еще не в контроле вешаются, на них метка. И уже можно тыкать, ну, по-моему, соверу макрос еще скину, тыкать вихрь. И тогда люди, как только в контроле, у вас уже вихрь на них будет. Ну, типа, охуенно. Так что ставьте вуду. А пока я вуду не включил, не выключил, не показывал метку, сейчас показывает. Ну вот. Не, видимо, я что-то. Хули вуду, я тут, блядь, спухи снимаю макросом, типа, блядь. Ладно, все. Блядь, люди нихуя сделать не могут. Зашли, зашли. Ну чё, стоим, чё спаунить? Побежали. Я макрос убил, секунду. Я вас трай, и уходить надо. Артем, дрой, иди.
Откуда ты знаешь? Вот, потому что одно и то же время всегда уходит. Да не. Кулак порогом. Отдохнуть надо еще. Давайте собрали. Написал до 15 минут, значит, до 15 молодцы. Трактористы ёбаные, блядь. Ярик, красавчик. Выглядели служи. Ну вот, 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 вот. Я про это говорю. Стоят очень долго. Как опять трусовать их сдох? Я в конце раза. Да он до этого... Где-то транти. Блять. Мне не пишет, слышишь, Волок ДБМ. Слышь, а по-моему, это мне трэш право бить. Я тут соло, блять, не затыкал. Даже с Бондом, блять. А Бонда нет. Там еще, еще мы... Тихо, дай Вячеславность БР потрясовать ему. Справа помогите. Нормально, нормально, сейчас будете бы ребахните его. Короче, это я уже дебашил диспел по этому, понял, как это одеться. Вышел трэш, 10 секунд прошел, я диспел даю, понял. Не в силах противиться моей воле. Я так ориентировался. Либо ДБМ кричит, если ну, типа не кричит. Я вот когда в таргет выбрал, тогда он кричит. Так-то мне и босса бить надо. Через 2 секунды. Ты не в силах. Он тоже числа у нас. Нам надо слева мобов помочь убить. Мили уроном. Два стоят уже. Хорошо, нормально. Контроль. Я в контроле. Лока. Да не скибите какой-то проблема. Лока. Я просто... Почему? В форме демона. В форме, наверное. Не работает. Андрюха, дай БР Марсезу трусователь. Сколько можно вздыхать? У меня есть БР. Не переведите босса. Умрите, потрусователь. Женя, скибиди, включи танкауру. Был драйвер на фонтане. Да включена она уже с самого начала. Не включена она. Просто там дохуя этих бафов висит, она есть. Мне показано. Перейдите к скелетика добейте. Точнее. Смотрите. Вон до милишного урона. Да блять. Переводить уже. Да. Центр нажми Геру. Има сейф один можно тыкнуть. Я тыкну. Контроли. Аккуратно, милики. Так, с ауесками аккуратно, контроли сейчас будут. И в духе пошли. Марса. Марса бегает, стреляет. Кто трусы должен был? Контролить. Spirits. Я сдох от духа. В мире идет дух.
spirits. Духи. Контроли скоро. Весовый сдохло, поэтому придется контроль. Из мили идет дух. Мы босса под трэш не подводим? Вообще, вы взяли подвозить. Подводить его. Это у меня все нормально. Spirits. Контроль через 8 секунд. Я, если что, луну контролю. Spirits. Кто-нибудь. Босты сбивайте только. Под босса идет. Spirits. Меня обмена. Не успел, он бежал далеко от хилов. Две совы сдохло, которые должны были контролить. Хорошо. Ну если бы никто не умер, у нас нормально с уроном было с пула. Макс. Сейчас Макс стоит. Блять, поналавливали духа. Все, я пошел отдыхать от трэша, блядь. Не, не подожди, нормально. Подожди. Этот не пошел отдыхать еще. Я запулил Бенни Бенасси. Сейчас дадим. Всем. Бля, ебать радиус духа. Это самое, а я что-то как танки забыл, а как потом агро забирать с Энджикса? Ты должен набивать, два танка должны набивать сокеру на лете. Я набиваю, просто я по другой подумаю. На мейн танка вешается дот. Ну дот, сальвы дот. Кидаются на ДД, на пул дается на танка. Ну вы типа так должны идти нос в нос по агро, просто один танк, когда 5 стаков полутает, он просто не сможет набирать агро, и второй танк получается переагрит. Напуливают на того танка, на котором 0 стаков. Подождите, короче, то Слава уходишь, остаешься еще на пол быстрее, да нет? Ну что там время, ну 9 минут, да, блять. Да нет, давай быстрее. Да через 20 минут РТ, Слава, пойдем. Я написал, что до 5 сегодня. Да не один трай, пару траев что-то сделаем. У нас вообще такое... В смысле пару траев, блять? Пару траев это 20 минут нормальных. Давай. Пару траев может 3 минуты длиться. Ну да. Слава, ты бьешь, да нет? Да, пойду уже, наверное. Это... Сань. Это, да. Смотри, видишь, где я стою, Бон? Нет. Вот, я про... Но. Вот смотри, вот допустим, я тут стою, да?